Ну, привет всем. И сегодня я до конца доработал свой триммер для газона. Он теперь использует новые батарейки. И мотор крепится теперь с помощью двухстороннего скотча. И новые еще головки для него сделал. Вот головка с леской. А вот с ножом. Чтобы изготовить головку с ножиком, мне пригодилась крышка от колы. Ну и бутылка. Вот такая вот бутылка от колы. И это нож сам. Леску, как мы знаем, я нашел. И вот такая вот тут вот шпунтик. И тут две лески, собственно. Это все на мотор насаживается. Ножик или леска. И потом я замыкаю цепь. Мотор крутится и режет траву, собственно. Кожух я сделал из тарелки пластиковой. А, не, бумажной. И это линейка. Это коробка для батареек с проводами. И это крокодильчики. Там еще я двухсторонний скотч использовал. И мотор. Мотор очень обычный. Вот как этот. Или вот этот. Можно еще 9-вольтовую батарейку, кстати, использовать. Ну, а, кстати, давай потом попробуем. Но сначала мне надо тут кое-что доработать, и потом я вам в следующем видео покажу вам его в действии. И когда-нибудь я еще тут ручку сделаю из картона, чтобы он был бы еще удобнее. Ну, не тут ручку, тут так ручку, и тут еще ручку. Чтобы тут ручка была и тут. О, может быть, даже тут это не настоящий двигатель сделаю. Ну, так что на пока все, и увидимся в следующем видео.